Посмотрите на данную картину. Ее художник – русский живописец Мясоедов. Один из самых ярких представителей русского реализма второй половины 19 века. А теперь посмотрите на лампочку с работы «Поздравления молодых в доме помещика», 1913 год. Сами стеклянные колба и диск очень качественно написаны, и на них нет никакого нагара или что-то еще, когда в углу видна плесень. Другие детали и мелочи действительно очень реалистично написаны на картине. А теперь обратите внимание на проволоку, что уходит прямо в стеклянную колбу, ведь на газовой или масляной лампе эта проволока попросту не нужна. А теперь сравним данную лампу с одним из патентов Никола Тесла, а именно патент индукционной лампы. И что логичней, какая-то масляная лампа или индукционная, которая как раз и не оставляет нагара? Если хочешь узнать больше, переходи в наш телеграм, ссылка в комментариях.